Всем привет, с вами канал Статус Задрот, и сегодня у нас самый быстрый гайд на Дариуса. Пассивка кровотечения, Дариус бьет врагов в уязвимые места, но не больше 5 кровотечений на враге. Первый скилл, кручу-верчу, вносит урон и восстанавливает вам хп, ну если задели чемпиона. Второй скилл, ваша следующая автоатака замедлит врага, пока он истекает кровью. Третий скилл, Дариус притягивает к себе врагов и понижает их броню. Ульта, помни, твоя ульта создана только для добивания. Теперь ты знаешь, что такое Дариус, иди на топ. На топе мы не боимся ничего, даже Волика. В предвкушении килла, не бейте по всем кнопкам, как я. Также нельзя забивать на фарм крипцов. На Дариусе собираем черную секиру и ядро на хп. Да и при первой возможности убивать вражеского топера. Будет классно, если ты возьмешь этого фиолетового гандона. Дариус очень толстый персонаж. Пришли на ханг, убей всех. Для чего, по-твоему, тебе дана ульта? Враги просто умирают от твоей няшности. Иногда вам будут мешать сделать дабл ваши лесники. И помни, никогда, никогда не выебуйся. Последствия перед тобой. В тимфайтах используем свою ульту по назначению. Но тут-то никто не спорит. Вот тебе пиздатые руны и охуенные таланты. Поздравляю, ты превосходный Дариус. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.